Дністровський участок границы недостаточно контролирован с властями Украины и Молдовы. Поэтому их домашним заданием, скажем так, для того, чтобы обеспечить эффективное управление границей, является усиление данного сегмента. Мы хотели бы отметить, что в начале основания миссии, то, что мы увидели, это не того, что практически не существовало правовых рамок, четких правовых обозначенных рамок действия на границе. То есть это было идеальное условие для незаконных каких-либо действий по пересечению границ.